А вот карагандинские дети с особенностями развития смогут проходить реабилитацию в областной клинической больнице. Новый центр предназначен для пациентов с неврологической патологией и детским церебральным параличом. Для развития и восстановления утраченных навыков здесь есть несколько кабинетов лечебной физкультуры со всеми необходимыми тренажерами, а также шунгитовая и соляная шахты. Предусмотрено круглосуточное пребывание и дневной стационар. В год оздоровительный курс могут пройти до 600 пациентов. Уже сейчас на реабилитацию принимают малышей от 3 месяцев до 3 лет. В планах областной клинической больницы открытие аналогичного центра и для детей до 17 лет. Помимо этого в центр входит центр Камкорлык, центр раннего развития детей. В этом центре подготовлены классные, высококлассные специалисты. Это логопеды, дефектологи, психолог, эрготерапевт. Много специалистов работают непосредственно с каждым ребенком индивидуально.